Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Власти озаботились поддержкой народных промыслов. Губернатор направил в Госдуму распоряжение правительства области о поддержке инициативы об изменении законодательства в сфере поддержки народных промыслов. Ее внес и кировский сенатор Олег Казаковцев совместно с областным министерством предпринимательства, торговли и внешних связей. Ведомство отмечает, что средняя зарплата мастеров меньше половины средней зарплаты по стране. Специалисты уходят из сферы, традиции утрачиваются. Некоторые предприятия находятся в списке Минпромторга для предоставления федеральной поддержки, однако многие из них денег не получают. А региональные власти им ничего не могут выделить, потому что они в списке получателей именно федеральной помощи. Принятие кировской инициативы позволит таким предприятиям народных промыслов получать региональные деньги при отсутствии федеральных субсидий. Программа «Экономика». Ставки налогов можно уточнить по бесплатному телефону. С 15 июля жители Кировской области смогут и получать информацию о действующих налогах и сборах в контакт-центре ФНС. Он запущен весной, а теперь стал доступен в нашем регионе. Там можно узнать о действующих налогах и сборах, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов. Позвонить можно в рабочие дни с 9 утра до 18 или 20 часов, в зависимости от дня недели. Пятница – короткий день. В нерабочее время работает автоинформатор. Номер 8 800 и 7 двоек. Сейчас кировчана в налоговой консультируют по телефонам справочных служб. Ежедневно туда поступает порядка 100 звонков, чаще всего по начислению имущественных налогов и получению налоговых вычетов по НДФЛ. Экономика на 101 FM. ЮТР вводит спецтарифы на перелеты. С осени подешевеют авиабилеты более чем в 30 направлениях. Компания объявила о том, что они будут распространяться на билеты, оплачиваемые за 30 дней до вылета. Это коснется рейсов между Кировом и Москвой. Вместо нынешней стоимости порядка 6 тысяч рублей в одну сторону, билеты будут продавать по 3 тысячи. Напомню, что с осени полетами из Кирова в столицу планирует заняться и российский лоукостер авиакомпания «Победа». Ее цены начинаются от 999 рублей, правда, без учета различных сборов. Экономика. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 56,67, минус 31 копейка к курсу пятницы. Евро 62,95, дешевле на 10 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.